отошли от тела. И уехали. Че, нахер всех здесь? Так, подождите, а кто кричит? Я что-то не понял. Вот один, вот кто второй. Это? Вот один. Я вот не понимаю, а он это, такие... раненый был? Нет. Чего это? А чё кричит тогда? Зачем вы подходите после снятия военного положения к нашим телам, наших, и пытаетесь их осмотреть? Зачем? А чё нам запрещает? Ну, после военного положения нельзя...